Кто нас слышит, у них тоже пена белая нет. Проверяй. Проверьте, господа. Да, действительно. Нормально, чтобы вот и только спин. Переговоры в Лозанне продлены. Дедлайн пока что сорван, но те заявления, которые были сделаны, говорят о том, что фактически соглашение уже достигнуто, и сегодня будут заниматься, собственно говоря, уже его редактированием и расстановкой таких фактических точек над их. В результате, в общем, цены на нефть вчера торговались волатильно, по итогу дня особенных изменений не было. Сегодня с утра мы тоже наблюдаем такую некую консолидацию. Brent в большом плюсе, 54,95. WTI теряет 0,6%, $47.35 за бочку. Курс рубля. А вот рубль снова растет. Растет он, опять же, игнорируя упавшие цены на нефть. Но теперь он смотрит на то, что в результате вот подобных действий, в результате очередной такой, ну, волны, наверное, сказать будет громко, очередного дня снижения американских, ну, вообще мировых фондовых индексов. Американский доллар в мире под небольшим давлением находится. Соответственно, рубль растет на 0,5% к доллару, 57 рублей 94 копейки, и почти не меняется к евро, 62 рубля и 46 копеек. Евро растет на 0,35% к доллару, 1,78, и на 0,2% растут товарные валюты: доллар Канады и доллар Австралии. Торги в Соединенных Штатах завершились падением. Чуть больше процента потерял промышленный индекс Dow Jones, 88 сотых.